блоках я понимал, что нам близко эта страна, это славяне. Может, это помогло мне так хорошо выступить. То есть это очень маловажно настраивать себя, сонастраиваться с тем, чем вы занимаетесь. И вот тут такое мнение, да, что самые правильные законы, да, это законы природы. И даже в музыкальных произведениях, если мы возьмем там какие-то, соблюдается закон композиции. Композиция – это природный закон. Есть всегда начало, есть всегда основная часть, кульминация, и есть окончание. Так вот, почему мы должны сонастраиваться с природой, если все в мире устроено по природным законам? Почему мы не должны быть этой природой? Почему мы не должны быть частичкой ей? Почему мы должны, да, убивать животных для того, чтобы насыщать себя какими-то микроэлементами? Мало того, уже ясно, что ничего хорошего это не приводит. Я думаю, что спорт в будущем, это будет полностью медикаментозная такая система. Ну, дойдет до определенного этапа, потому что то, что сейчас происходит в фармакологии и спорт, это, ну, ужасные вещи. То есть употребляют гены, пептиды, всевозможные фармакологии, которые не изучены ее действия. И я не хочу себе подвигать свою жизнь, свою опасность, я хочу быть естественным здоровым. Допустим, у меня будет хуже результат, но это будет естественно, это будет мой урок, моя жизненная цель. И, конечно, есть много еще таких продуктов, вот, например, масло, да, тоже вроде естественный продукт. Я еще немножко употребляю масло, но дошел до того мнения, что зачем его выжимать из какого-то продукта, если есть определенное социальное зерно. Я просто это говорю не к тому, чтобы вы перестали пить масло, или я такой хороший, что я вот меньше употребляю. Вот про саму суть этого процесса естественности, природности. Есть определенный продукт, зерно подсолнуха, да, оно уже цельное. И чтобы вы знали, в этом зерне находятся все определенные микроэлементы, которые помогают этим омегам, микроэлементам, хорошо усваиваться в организме. То есть, помимо того, что вы получаете полноценный природный продукт, и за счет этого вы еще помогаете ему естественно усваиваться. Вот это вот такое понятие, как коэффициент усваиваемости. Это очень важно для себя определить, что можно употреблять много продуктов, но если плохой коэффициент усваиваемости, это если она прошла какую-то жарку, какую-то термообработку, или там заморозку, или как-то, то коэффициент усваиваемости уменьшается. Чем природнее продукт, тем коэффициент усваиваемости увеличивается. Вот так. Я бы хотел, чтобы публика немножко поучаствовала, задали мне вопросы, чтобы мне было легче. Может, вот есть какие-то конкретные вопросы на тему спорта, сыроедения или просто сыроедения, или веганства? Пожалуйста, сразу вот два вопроса. Во-первых, как-то изменилась ваша агрессивность? Обычно спорт, ну, особенно там единоборство ассоциируется с агрессивностью, вот как-то с этим поменялось. И второй вопрос, скорость там, реакции организма, то есть после перехода на сыроедение, говорят, что чем больше белков, тем, ну, тем человек, организм любой быстрее, вот, или наоборот, вот, с этим что-то случилось? Ну, точно, первый вопрос по поводу напротив, что мы говорили. Это агрессия, да? Да. Это очень такая интересная тема, потому что, ну, я этого больше всего боялся. Агрессия напрочь пропадала. Ну, я думаю, все с этим столкнулись, что не употребляешь мясо, агрессия пропадает. Но в отличие, у меня есть определенные знакомые в Украине, которые, пропадая у них эта агрессия, они просто перестали заниматься спортом. Они понимают, что это не для них, и они нашли себя в других каких-то сферах более спокойно. Я почему-то хочу это использовать на руку. Я вот уже говорил, то есть я хочу включить этот метод сотрудничества, то есть обучения. То есть без агрессии просто как взять максимально полезную для себя информацию, например, в этом сопернике, как он двигается, как он вот из этих соревнований вынести какой-то урок. Агрессия напрочь попадает на 100%. И иногда доходит до такого, вот особенно на переходных вот этих этапах, когда люди начинают отказываться от мяса и
там тебе рассказывают какие-то страшные истории, а ты сидишь спокойно на это реагируешь, как на, ну да, будет, но там что-то происходит. И иногда это, конечно, пугало, но на самом деле мы должны это использовать, и это есть, опять же, мне это слово очень нравится, естественно для человека не быть агрессивным. У нас состояние должно быть всегда спокойствие и уверенность. А по поводу белков я чуть не понял вопрос. Речь идет не о белках, а о скорости, то есть реакция организма. Как-то поменялось это? Скорость именно как силовой показатель? Ну, в принципе, то есть скорость всевозможных там, химических реакций в организме, там, и, соответственно, значит, прохождение нервных импульсов, это все. Вообще, вот я определил для себя, что белок в большом количестве любой, даже растительный, конечно, если его много слишком, это продукт гниения, это продукт брожения. И если взять мясо, то это еще хуже, это продукт массового гниения, скажем так, и помимо этого это еще мертвая энергия, которая, то, конечно, он замедляет реакцию организма во всех проявлениях. И вы знаете, в процессе очищения можно голодать, да? Именно вот эти процессы реакции в организме происходят просто колоссально быстро. То есть мы должны к этому идти. Если мы употребляем белок, мы питаемся очень много, и при этом у нас замедляется реакция. При голодании реакция увеличивается, то мы что-то должны брать среднее, потому что голодать все время невозможно. Вот растительные продукты и нормальное количество белка, оно, эти процессы, да, скорость становится нормальной, естественно. И для меня не важным фактором является химический состав молока материнского. Белка там всего лишь находится 3% до 3%. А медицина, теория сбалансированного питания, в ней говорится, что мы должны употреблять до 20 граммов белка. Представляете, насколько увеличивается количество и замедляется, как, да, правильно говорю, замедляются наши все химические реакции. Я прочитал недавно книжечку, «Великое китайское исследование», может кто-то читал, очень интересная книга, всем советую. И там был очень интересный факт и цифры, все не буду называть, но есть очень определенный, вот скажу, вот выдержку, потому что мне очень понравилось. Основная идея какая? Был произведен эксперимент, взял китайский регион. В эксперименте участвовало 800 миллионов человек. То есть это всевозможные статистики с поликлиник, с каких-то лабораторных анализов. То есть было задействовано 800 миллионов человек, справки 800 миллионов человек. И обслуживающий персонал было больше 100 тысяч, то есть участвовал в этом эксперименте. Эксперимент длился 28 лет. Я расскажу только об основном. Было выявлено, что чем вот разделили людей на две категории, на бедные и богатые. Это была самая удобная такая, расфасовка, чтобы определить вектор, в каких надо работать. Задача была выяснить, в каких регионах развивается больше рак, из-за каких продуктов, из-за чего, может, каких-то социальных вещей. Так вот было выяснено, что богатые люди, которые имеют большой доступ к животным белкам, молочной продукции, магазинной продукции, и у которых норма по теории сбалансированного питания потребления белка, они болеют чаще на раковые болезни. Ну, мы знаем, что рак – это уже последняя стадия всевозможных заболеваний, да? Иногда даже неизлечимо. Так вот, а у людей, которые есть доступ к растительной пище, и потребление белка сводится до 5%, потому что нет возможности, потому что они употребляют мясо только на праздник, потому что это деликатес какой-то в этом регионе, то почему-то они были здоровее. У них совсем другие заболевания, какие-то инфекционные заболевания, какие-то всевозможные там заражения, которые не связаны с вот такими глобальными проблемами, как рак. И там была тоже очень интересная такая выписка, вот мне очень понравилось, то, что в арахисе есть определенный канцероген, который вызывает раковые заболевания. И почему-то, когда у людей, у которых, ну, взял регион Северной Индии, там, где употребляется много этого арахиса, он когда хранится, на нем плесень, и эта плесень, скажем так, провоцирует раковые заболевания в организме. Так вот, в тех регионах, где был и дети беднее, у которых был, нет было доступа к животным белкам, почему-то этот канцероген свое действие просто нейтрализировал. То есть
А в тех регионах, где количество белка было 20%, он развивался. То есть раковые заболевания, меланомы, они развивались. Вот так вот. Может, все круто. Да. Ну, если ты говоришь о биохимии, вообще нам нужны аминокислоты. Аминокислоты берутся из белка, вернее так, мы вот из аминокислот вырабатывается тот белок, который нам нужен для роста мышц. Нам не нужны белки, чтобы росли наши белки. Нам нужен белок, который расщепляется на аминокислоты, и эти аминокислоты делают нам нужный белок, например, там бицепс, трицепс, всевозможные, то есть нужен рост мышц. Я сейчас экспериментирую с зелеными коктейлями. Вот, может, слышали, Виктория Лутак есть, да. Очень сильная вещь, и происходят вот именно те реакции, которые нужны для роста мышц. И выносливость повышается. Плюс банан. Большое количество там углеводов и белки структурированные есть. Авокадо. Опять же, вот на эти продукты я уделяю внимание. Орехи. Не увеличивать, конечно, там до... Просто у меня были такие этапы, что я был просто орехоман и съедал до там, полкилограмма в день мог орехов съесть. Было очень плохо от этого, но как-то не мог от этого отказаться от этой привычки. Но при этом мышцы не росли. То есть, когда переизбыток идет, организм работает уже не на восстановление, да, когда ты тренируешься, а на, скажем так, убирание последствий твоего неправильного питания. И вот это меня сподвигло, что надо думать не сколько ты ешь, как спортсмены поделил тебе будет в этом группе, а что ты ешь и как ты ешь, да, и что ты думаешь, когда ты это ешь. Конечно, сразу же можно так поставить по черту, бодибилдерам сложно стать в таком формате, как мы привыкли видеть, да, увидели это громадное мышцы. Но это неестественно. Это мне нравится, как Торсунов на эту тему, может, вы слышали, да, Торсунов, проведывайтесь, говорит. Он говорит, что это мышцы подпитанные эгоизмом. То есть ты постоянно здесь возле зеркала и качаешь эту мышцу, направляешь туда аминокислоты, белки. Ну, ты качаешь эгоизм, правильно? Ты видишь себя какое-то в зеркале. А если ты делаешь, вот как мне нравится это мнение по поводу, что наши предки, ну, у них было столько занятий, что им не было времени до спорта. Они там бревна носили, рубали, красили, там всевозможные дела делали, огород сапали и все. И у них были те мышцы, они были развиты так, как им нужно. И тут очень важно вот для роста мышц, нужно выбрать ту деятельность. То есть если мы поэт, нам не нужны мышцы, и они не будут расти. Той деятельностью, но при этом, если ты приходишь в зал, это будет когда. Но если ты хочешь стать сильным спортсменом, и тебе нужно сильно тренироваться, тебе, если ты хочешь, чтобы тебе нужно стать, например, человеком, у которого большие мышцы, тебе нужно все делать для того, чтобы у тебя большие были мышцы. То есть при этом, если ты употребление продуктов, это не 100% успех, вот, скажем так, для мышц. Нужно ментально себя готовить на ту деятельность, которая тебе нужна. Нужно реально определить предназначение, зачем тебе эта мышца нужна. Да? И тогда форма тела будет сама продаться от образа жизни. И будут попадаться те люди, которые попадаться те продукты, которые тебе нужны для твоего образа жизни. Вот так вот. Ну, вы сами ответили на твой вопрос, когда переходишь на сведения. Понятно, что когда... Ну, я, к сожалению, такого не было, по-моему, он сказал. Но просто я могу рассказать таких важных тезисов. Ну, все знают, что ну, сведения это является такой, ну, скажем так, в нашем смысле ненормальное питание. И помимо психосоматики, ну, тут надо объяснить, тут надо посчитать ЛЗХ и Синельникова, почему хрустят, да? Но нет. Да. Вот это. Переходной этап. Организм перестраивается. Ну это как полностью разрушить дом и строить его снова в кирпичиках, да? Ну будет ты там разрушил стену, и дом будет считаться, понимаешь? А потом, когда ты, конечно, когда ты уже фундамент выстроил все кирпичные стены, они все монолитно стоят, все будет отлично. Переходные этапы очень сложные на самом деле.
степень загрязняемости организма. И поэтому возможно все. Вот у меня происходили такие вещи, которые я, ну, например, в интернете нигде не встречал. Да? То есть у каждого, у меня вся родня проходила эти этапы, у каждого по-разному все происходит, у кого хрустят, у кого там сопли текут просто там месяц подряд и ничего не может этим сделать. То есть это все переходного этапа. Нужно дать организму время, чтобы он приспособился. Да. Как приносит стромный и любовный? Я скажу больше, что вот какие-то раны, да, быстрее заживают. Травмы, ну, наверное, быстрее заживают, но, опять же, чтобы получить травму, ну, я просто беру свой опыт и реальность тренировки. Я получил травму именно в тот момент, когда это было нужно, или когда мне надо было остановиться, или когда я доходил до какого-то предела, да, тогда я получил травму. И, наверное, тут больше работа, как выиграть, да. Чем быстрее ты отпустишь, что там травма случилась, ну что тут поделать, да? При этом употреблять какие-то кальциосодержащие продукты, да, стимулирующие, растительные. И тогда травма будет быстрее заживать. Конечно, раны, всевозможные болезни, болячки, ну намного быстрее. Почему? Это вот, как китайское исследование, это было, ну, мне после нее стало все понятно. То есть реально, чем ты больше употребляешь белка, тем больше у тебя холестерина в крови. Да, продукты гниения. И холестерина чем больше, тем больше пляжа холестерина. И чем больше пляжа, тем больше всевозможных причин и проблем в крови, что вот, непроходимость. И поэтому попадание вот, травмы на определенном органе, да, например, колено, у меня вот часто бывает травма колена. Если у меня кровь чистая, то быстрее туда будут попадать микроэлементы для заживления. И наоборот, если холестериновая какие-то там что-то мешает, холестериновые пляжки мешают попадать микроэлементов в этот определенный орган или часть тела, то заживление будет, конечно, ну, длительнее. Да. Еще вопрос есть? Что? Где покупаешь продукты? Ну, на самом деле, сначала этот вопрос был первостепенный. Если покупать продукты, например, для растения или для вегетарианских, конечно, на самом деле сейчас, я думаю, что это не проблема. Есть сезонные продукты, да, в супермаркетах есть достаточно большое количество. Ну, надо, знаешь, как выработать у себя механизм подбора продуктов. То есть у каждого он может быть разный. И он приспосабливается. Мне, например, нравится есть бананы. Я в личном количестве везде есть. Да, и очень. Я сейчас расскажу про, например, про нитраты. Я прочитал такую статью, ну, не знаю, как она правдоподобна, но почему-то мне она призналась, она мне попалась. Что только при определенных реакциях нитраты становятся ядовитыми. Когда они при определенном попадании какого-то химического элемента, они становятся нитритами. И вот эти нитриты являются ядом для организма. Нитраты, если у тебя порог иммунной системы и порог твоего организма мощный, он просто справляется со всеми этими химическими веществами. Я скажу так, меня этот вопрос очень сильно скажем так, волновал по поводу продуктов. Как же, ну они что же там в химии? Но это все равно лучше, чем употреблять продукты в упаковке. То есть это все равно лучше, чтобы употреблять мясо. Это все равно лучше, чем употреблять синтетические витамины. Это все равно лучше, если вовсе. Это идеальный вариант. У нас такой проблемы вот, в провинциальных городишках нет. Мы приехали сюда в деревню, там знакомые, что набрали сад. У нас там в Азербайджане очень много садов, кружек, яблочек. Приезжаешь, набираешь яблоки и можешь зимовать с ними просто. Зимой это можно выбирать тот продукт, который тебе ближе. Но зимой, скажем так, у меня основной рацион это капуста, буряк, морковь, которая просто неограниченное количество в магазинах, можно закупить, и всевозможное количество салатов, каких-то там, плюс добавляют специи, интересные индийские, да. Ну, неограниченный просто диапазон блюд и продуктов. И, конечно, лучше всего это, опять же, вот этот метод естественности, ближе к природе. Если есть возможность покупать бабушек, дедушек, которые проводят за город, конечно, это будет идеально. И здесь возможность свои выращивать, это еще лучше. Но если нет такой возможности, то
Да, я вот не пойду в супермаркет, потому что там вредные. Но зато я куплю сейчас Сникерс, евро, например, да. То есть это надо брать меньше золота. Поэтому я думаю, что тут естественность опять подходит, правда, естественность. Что будет вопрос? Я хочу сказать, ну, я не употребляю соль. Да. Отношусь прекрасно. Знаешь, я сталкивался с такой, вот я опять же говорю, сталкивался с проблемой, что очень много информации. И в середине, вы сами понимаете, что в интернете есть и запад,